Мы находимся у нового дома, в котором сейчас хотим посмотреть квартиру. Дуплекс верхний в этом доме. Вот так вот он в таком месте находится. Там проезжая часть. Кругом зелено. Нижний дуплекс застеклен. Итак, заходим. Почтовые ящики. Квартиры уже идут. Вниз, видимо, туда в дуплекс. Подведен газ. И конец вообще не живет, да. Угу. Лифт. Играет легкая, ненавязчивая музыка. Так. Ама. Иран. Иран. Немец, иранец. Немцы, иранцы живут. Ама. Еще немец. А тут 19-я квартира. Газ подведем. Двери также классно все сделано. Дорогие, хорошие двери. Ох, красота. Двери коричневого цвета. Шикарно все сделано. Замки везде. Сверху, снизу, посередине. Видеодомофон. Так, просторная, гостиная просторная, тут, конечно, больше. Так, здесь сама терраса такая же нижняя, на нижнем этаже дуплекса. Терраска, площадка, вида особого нет. Смотрим дальше. Кухня. Заходим на кухню. Так. Шкафы. Оп. Вот так вот, да. Шкафы. Хорошая система с наводчиком. Угу. Франка. Угу. Все хорошо. Да. Ханс Грох. Дорогие. Дорогая техника. Алма. Да. Угу. Сейчас, подожди, я тут досмотрю. Так, здесь комнатка небольшая. С французским балконом. Вида, конечно, особого нет. Но так открыть, посмотреть. Так сказать. Воздухом подышать. Верхняя сторона. Потолок со светильниками. Здесь светильники. Все в спокойных тонах. Санузел. Каскадный душ. Простой душ. Унитаз. Все кругом мрамор. Креолит. Селект. Да, все сделано хорошо. Поднимаемся по лестнице. Лестница деревянная. Входим на второй этаж. Сразу же попадаем в санузел, точно такой же, как и там. Так, здесь спальня. Здесь, по-моему, попросторнее. Тут потолки выше, мне кажется. Ты можешь это спросить? Потолки выше тут? Чем ниже этажа? Ой, как низко вот это вот. Ну ладно, низко очень, вот это так сделано. Но вид, конечно, просторная, в смысле не просторная, а длинная терраса, но низковат. Этот подоконник низковат. Вида, конечно, тут особого нет. Тут плюс только один, что квартира большая. Дуплекс большого размера, а вида нет. Два плюс. Здесь
252. Да нет, это, где-то низко было бы. Выше, тут метра три, мне кажется. 3 метра 2 сантиметра. Да, вот как-то так. Еще одна спальня. Прямо очень жарко, в квартире очень жарко. Кладовая со своим краном. Это вообще машина определенная. Да, стиральная машина. Да, 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 да. Yes. Так, вот кладовая где. Там под стиралку, там, так сказать, помывочная, постирочная. Правильно, постирочная. Вот большая, довольно-таки просторная. Там была гардеробная, а здесь мы попали в санузел. Да, три санузла. Причем этот санузел даже с окном, насколько я понимаю. С окном, но не прозрачно. Да. Сантехника. Сантехника. Hansgrohe. Дорогая. Дорогая марка сантехники. Креолит. Креолит. Сантехника дорогая стоит. Ну и тут спальня. Также южная сторона. Прямо кругом жарко. Место под кровать. Просторно, просторно. Просторно и тепло. Угу. Хорошо, окей. Так, ну все, на этом осмотр мы заканчиваем.